Это не мое. Это не я. Это все Нинка. Это она меня нарочно оговорила. На мое место метит. Тварь подсидела. Да она тоже... Прекрати! Заключенная Крутик дала на тебя признательные показания. Не ну, черным по белому написано, что наркотики она получала от тебя и по твоей указке распространяла среди заключенных. Под суд бы тебя отдать. Где подставляться неохота. Пиши заявление. По собственному. А вот и Каринка. Ну что, с победой, девчонки. Ура! Законцали нашу Ритку. Теперь в отряде спокойно дышать можно будет. Да и зайчики теперь наркотой травиться не будут. Слушайте, раскатали бы ее на полную катушку за то, что она с тобой сделала. Ребенка этим не вернуть. И чтобы выйти отсюда, это тоже не поможет. Ничего, ничего, дотянешь. Ну, что, вместо Любки Нинку назначили. А с ней договориться можно. Вон, Каринке она и больничку обещала, и ломки снять. Давайте. Давай за твое здоровье. За тебя, Карина. За выздоровление. Рано радуетесь, жабы. Ритка по-любому сюда вернется. Посмотрим, как вы заквакаете. Ты что творишь? Да, Рита сюда вернется досиживать. Что же мне делать с тобой? Разве что в другой отряд перевести? Риту это не остановит. Что же делать? А дайте я адвокату позвоню. Может, она что-то придумает? Конечно, звони. Алло? Альбина Григорьевна, здравствуйте, это Вика. У меня очень сложная ситуация. Вика, здравствуй. А что случилось? Меня хотят убить. Долго рассказывать. В общем, мне нужно выбраться отсюда как можно скорее. Подожди, я собрала уже почти все документы для УДО и на днях собирался отвезти их в суд. Есть шанс, что нам пойдут навстречу. Ты слышишь меня? Постарайтесь как можно быстрее вытащить меня. Все действительно очень серьезно, Альбина Григорьевна. Я тебя не подведу, обещаю тебе. Слышишь меня? Обещаю. Спасибо. Я буду ждать хороших новостей. Я очень на вас надеюсь. Все будет хорошо. До свидания, Альбина Григорьевна. Смотри, какая красивая птичка получилась. Мы подарим ее маме. Здрасте, Анжелика Леонидовна. Здрасте. А что это вы тут устроили? Мы играем. А что, нельзя? Мне кажется, дети, что у вас для этих целей есть своя комната. Разве я не права? Там места мало. А нам нужна длинная железная дорога. Мы на ней к маме поедем и выпустим ее из тюрьмы. А вот скажи мне, зачем твою маму выпускать из тюрьмы, а? Она совершила плохой поступок. Самое место ей посидеть и подумать над своим поведением, так? А вы давайте, собирайте свою железную дорогу и тащите ее к себе в комнату, плохая, понятно? Плохая! А если ты будешь со мной так разговаривать и так себя вести, отец тебя запрет наверху, в своей комнате, и не выпустит тебя оттуда, усекла? Плохая! Плохая! Что это у тебя за мусор? Дай сюда! Что вы тут устроили? Забирайте это все со стола, убирайте в свою комнату! Не трогать мою сестру! Раиса Петровна, забирайте этих детей и уводите их отсюда! А это что? Ты что делаешь? Ты вообще соображаешь, что ты делаешь и сколько это стоит? Ты можешь себе... Ай, что вы делаете, Анжелика Леонидовна? Гад какой, а? Ты посмотри. Так. Что за крики? На, полюбуйся.
что сделал твой сыночек. Нравится? А еще этот хам плюнул мне в лицо. Что ты себе позволяешь? Она про маму плохо говорила. Значит, мама заслужила. Неправда! Перестань пререкаться. Нужно слушаться взрослых. Понял? Она ударила Петю по лицу. Простите меня. Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно, прощаю, только больше не груби. Ну, вот и молодец. А теперь беги. Могла бы тоже попросить прощения у ребенка. Он испортил кардиган. Новый купишь. И, пожалуйста, впредь больше никогда не поднимай руку на моих детей. Учись сдерживаться. Они нарочно меня провоцируют. Ты просто этого не замечаешь, потому что целыми днями не общаешься ни со мной, ни с ними. Да, вообще... я работаю целыми днями. Мне некогда тебя развлекать. Да, я слушаю. Сейчас приеду. Ты куда? Я? На комбинат. Послушай, давай я с тобой поеду. Там ЧП, а не показ моделей. И, пожалуйста, не надо мне названивать каждые 5 минут. Хорошо? Хорошо. Кручинин убийца! Снимай, снимай! Кручинин убийца! Так, господа, тут не надо раздувать из этой сенсации. Это просто досадное недоразумение. Кручинин убийца! Кручинин убийца! И давно она здесь? Кручинин убийца! Час уже. Неадекват полный. Я психиатрическую бригаду вызвал, сейчас подъедут. Кирилл Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Господин Кручинин. Несколько слов для нашей газеты. Как вы прокомментируете действия Пронькина? Первый федеральный. Вы с ней согласны? Как человек православный и глубоко верующий, я искренне сожалею ей. После смерти мужа она с ума сошла от горя. Она ищет кругом виноватых. Ну что ж, ее поведение можно понять, но наш комбинат, он не причастен к махинациям ее мужа, что и доказало следствие. Это он во всем виноват! Это он во всем виноват! Да вы будете работать сегодня, охрана! Это он убил моего мужа! Стоите там! Уберите ее отсюда! Ты подлец! Ты мерзавец! Ты подставил его, слышишь? Все будет хорошо. Успокойтесь, хуй убирайтесь! Ты подставил его! Уходите отсюда! Идите, вам говорят! Мерзавец! Забирайте вы ее! Как вы видите, это полный неадекват. Все хорошо. Но я вам обещаю, мы сделаем все, чтобы поддержать ее и морально, и материально. Спасибо. И последний вопрос. Мать ваших детей в тюрьме. Вы ей помогаете? Это без комментариев. Кручинин отказался от комментариев. До сих пор не верится, что весна уже. Думала, эту зиму не переживу. Смотри, надо подорожника набрать. Сделаем из него отвар. Девки, кранты. Завтра Ритка возвращается. Вот приехали. Не-не-не-не-не. Не сдавайся раньше времени. Ничего, будем держаться вместе. Бог поможет. Он либо выручит, либо выучит. А что это, адвокат, что? Ничего не слышно? Никаких известий. Ничего. Эй, Кручинина! Да, хорошо. Всего доброго. Галя, что случилось?
Почему опять перенесли заседание суда? Оно должно было состояться еще на прошлой неделе. Судья заболела, грипп. Но она же не одна. Пусть другой кто-то дело рассмотрит. Судьи сейчас по горло загружены. Ну, кому нужна чужая морока? Ты не волнуйся. Как только она выйдет с больничного, я сразу включу ваше дело в график. У нас катастрофа. У нас вообще нет времени. У моей подзащитной аховая ситуация. Угроза для жизни. Я тебя умоляю, я тебя прошу, сделай что-нибудь. Ну, что же я могу сделать, Альбин? Ну, ускорь процесс, ты же можешь. Ну, уговори кого-нибудь провести заседание. Ты же уважаемый человек, тебе пойдут навстречу. У нас сейчас проверка. Внеплановое заседание вызовет массу ненужных вопросов. У коллег будут неприятности. Я не могу на это пойти. Речь идет о жизни человека. Ну, хорошо. Я подумаю, что можно сделать. Но обещать ничего не буду. Спасибо. Так, выходим по одной. Проходим, проходим. Хорошо. Дома. Ой, красотень какая! Что, мамочка, заскучишь по мне? Не то слово. Заждались. Только я не понимаю, чему ты радуешься, Крутик? Дома я, гражданка начальница. Да и встреча с подругами. Жду не дождусь. Ладно, не томите, пойдем. Кручинина, на выход. Совещание. Указ пришел об условно-досрочном только что. Поздравляю. Ну, бегом в администрацию. Сопроводиловку получишь, одежку заберешь. Вот свезло так свезло. Удачи, Кручинина. Спасибо. Ну что, на свою отходную. Слава богу, не пригодилась. Теперь деткам своим про себя сама расскажешь. Ну, иди сюда. Спасибо. Девочка моя. Ты сразу напиши. Тебя. Напиши, как на свободе устроилась. Конечно, конечно. Спасибо вам, девчонки, за все. Ты напиши только. Да не верится. Так быстро. Ну. Шкурка, кровать. Мама, прости. Папа. Ты что, чухонка? Сваливаешь? Руки прочь. Тихо, 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 тихо. Как ты хочешь. Я тебя найду, слышишь? Из-под земли достану.
Ну все. Счастливо тебе, Вика. Иди возвращайся. Уж постараюсь. Спасибо вам за все, Нина Васильевна. Все. Прощай. Я открою. Вика! Вика! Лида. Подожди. Лидка. Поздравляю! Проходи. Есть все-таки на свете справедливость. Да бросай ты сумку, бросай! Давай, раздевайся. Вась, Вика приехала. А это Василий, мой жених. Здрасте. Очень приятно. Очень приятно. Так, ну что мы стоим-то? Так, значит, Вась, бери сумку, неси в комнату. Надо это отметить. Я закуску соображу. Вась! Ау! А ты сбегай за горячительным. Ага. А нам детского шампанского. Ну, естественно. Да ты не суетись, успокойся. Самое главное, я на воле. Вика! Ты знаешь, только за решеткой начинаешь по-настоящему ценить свободу. Ой, а можно я бабушке позвоню, обрадую? Да, конечно, звони. Как я рада. Спасибо. Ну, все, все. Так, вино наливай. Так, где хлеб? Вот. Вот. Так, все у нас. Трубку есть. Никто не берет. Картошечка. Странно. Да потом позвонишь. Вышел, наверное, куда-нибудь. Так, налил. Все, садись, давай. Ага. Лида. Лида. Хочу выпить за вас с Альбиной Григорьевной. За мою бабушку. Ваши письма, ваша помощь помогли мне все выдержать и на воле вырваться. Ну и, конечно, за Петеньку с Оленькой. Ради них живу, можно сказать. Ну, в общем, за вас, за всех близких мне людей. Спасибо вам. Спасибо. А я кольцо твое сохранила. Правда? Угу. Сейчас. Салатик положить? Да, пожалуйста. Вот. Ой, а мне тоже положи. Угу. Спасибо, хватит. Даже не верится, что я его носила. Знаешь, как будто из какой-то другой жизни. Забери его. Не нужно. Ну, зачем так горячиться-то? Ценность все-таки. Можно заложить или продать. Деньги вам сейчас не помешают. Ну ладно, Вась. Ты о деньгах не думай. Ты отдохни, осмотрись. Я тебе и комнату приготовила. Да нет, все правильно. Я же не против. Ну? Живите сколько хотите. Я просто к тому, что надо подумать, как вы дальше будете жить. Ну ладно, Вась. О, мне так рано завтра на работу. Ну ладно, я спать. Угу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Давай. А мы с Викой пошепчемся. Ты даже голову не бери, живи сколько хочешь. Да. Спасибо, но у тебя своя личная жизнь налаживается, а мне свою устраивать надо. Как-нибудь разберусь. Для начала хочу детей увидеть. Вот это главное.
А личная жизнь, она сама приложится. Я заберу их у него, вот увидишь. Костьми лягу, клянусь. Я все сделаю, чтобы Кирилл получил по заслугам, а меня оправдали. Не хочу жить с Климом убийцы. А ты изменилась. Уверенная стала. Даже какая-то внутренняя сила, что ли, в тебе появилась. Тюрьма научила. И добрые люди. Раиса Петровна! Вика, а разве вы… Меня освободили условно-досрочно. Я прошу вас, помогите мне встретиться с Петей и Олей. Об этом вам лучше с Кириллом Валентиновичем поговорить. Он будет против, я знаю. Раиса Петровна, я прошу вас, я их столько времени не видела, у меня сердце разрывается. Но вы же женщина, вы должны понять меня. Возьмите это кольцо, возьмите, это все, что у меня есть. Пожалуйста, я прошу вас, Раиса Петровна, что я вас очень прошу, я умоляю, позвольте их увидеть. Встаньте же, ну, Господи, ты, Боже мой, ну хорошо, я попробую. Да возьмите ваше кольцо. Возьмите, позвоните мне по этому телефону, я буду ждать. Хорошо. Да. Принес? Вот то, что вы просили. Давай. Так. Зови ее. Раиса Петровна, пройдите, пожалуйста. Вы меня звали? Я же предупреждал вас больше с ней не общаться. Так это же она меня у калитки подловила. Я бы рада была сбежать, а она на дороге встала. Но не драться же мне с ней. Только я ей ничего такого, что вам могло бы навредить, не сказала, я клянусь. Вы меня уволите? Договоримся так. Это был последний раз. Если подобное произойдет, я вас не просто уволю. Спасибо, Кирилл Валентинович. Свободны. Рюмин, Вика объявилась. Пока дети здесь, она не отстанет. Чего я от тебя хочу? Я хочу, чтобы дети поскорее уехали за границу. Я не знаю, куда угодно. Сняли. С тебя документы, визы, паспорта, все, что нужно. Как можно скорее, неужели не ясно? Спасибо вам, Альбина Григорьевна. С возвращением. Если бы не вы, я бы не выжила. Да что ты, я бы этого не допустила. Для меня эта история не просто дело принципа. Я не терплю, когда наглые новориши, типа Кирилла, думают, что мешок денег заменит им закон. Вы уж простите меня, что такой дурак. Ни вам не верил, ни Семену. Бедный Сёма. Это же он вас нашел. Денег на меня не пожалел. Не вините себя. Ни одна женщина, оказавшись в вашей ситуации, никогда бы не поверила в то, что мужчина, который прожил с ней столько лет, оказался монстром. Вы лучше мне расскажите о ваших дальнейших планах. Я хочу снять с себя все обвинения и забрать детей. И еще я хочу, чтобы Кирилл получил по заслугам. Я двумя руками за. Он не должен остаться безнаказанным. Иначе его не остановить. Мы это с вами сделаем, но позже. Почему? Почему? Ведь я знаю, что он убийца. Значит, вы отдаете себе отчет, с кем имеете дело. Вы вышли по условно-досрочному. А значит, до конца срока вы очень уязвимы.
Если Кирилл узнает, что вы под него копаете, он воспользуется любым вашим промахом. Да. Да, я понимаю. Нужно действовать разумно и осмотрительно. Мы с вами подадим ходатайство о пересмотре решения суда о месте пребывания ваших детей. Угу. Значит, нужно устроиться на работу, угу, и иметь постоянное место жительства. Да. Ну, там понадобятся денежные средства для судебных издержек. Ну, это совершенно... Я помню, что Семен вам только аванс дал. Вот, я обручальное кольцо продала, вот это все, что у меня есть. Вика, уберите. Я буду защищать вас бесплатно. Уберите. Спасибо вам. Спасибо. Ой, извините. Да? Да, Раиса Петровна? Как? Спасибо, что предупредили. Что-то случилось? Кирилл собирается вывезти Петю и Олю за границу. Альбина Григорьевна там спрячет, я же больше их никогда не увижу. Так, спокойно, спокойно. Я сейчас напишу заявление от вашего имени в пограничную службу ФСБ о том, что вы не согласны о выезде детей за границу. Правильно? Правильно. Я напишу, ты подпишешь. Это займет всего 5 минут. Если все получится, я с детьми уеду к бабушке. Там и будем жить. Правда, она до сих пор не знает, что меня выпустили. Не могу дозвониться до нее. Что-то мне на сердце неспокойно, не случилось ли чего. Надо в Приморске ехать. Ну и поезжайте. Я одна без вас здесь справлюсь. Спасибо. Анализы у вас неплохие. Противопоказаний я не нахожу. Значит, я смогу родить, да? Потенциально, да. Гормональный фон низковат. Я и мой муж хотим ребенка не потенциально. Любые расходы, любые обследования. Я на все готова. Но малыш у меня должен быть обязательно. Давайте назначим вам курс гормонов. Так. Если не поможет, есть искусственное оплодотворение. Не переживайте. Медицина сейчас творит чудеса. Швейцария – прекрасная страна. Вот увидите, а я через недельку к вам приеду. Хорошо? С Анжеликой? Давай рюкзачок. Нет, у Анжелики здесь дела. Здорово. А там море есть? Море? Моря нет. Зато там есть горы и озера. Вот увидите, мы с вами всю страну объедем. На поезде? Давай. Нет, на машине. Привет. 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 У меня хорошие новости. А сколько новости мы будем ехать? На машине. Да я думаю, дня за 3 управимся. Какие новости? А где мы будем ночевать? Послушай, дай взрослым поговорить, не перебивай, пожалуйста. Я была у врача. Ты что делаешь, а? У тебя как с головой? Все в порядке? Очень смешно, правда? Ну ладно, что ты ругаешься? Это же дети, ну. Хорошо, что врач сказал? Ладно, дети, садитесь в машину. А я с водителем сяду. И запомните, ведите себя хорошо, слушайтесь Раису Петровну. Можем ехать? Хорошо. Хорошо. Пока. Ладно, пока. Уехали. Ну и слава богу. Хорошо. Что ты хотела мне сказать? Наш ребенок себя так вести не будет. Ты что? Ты беременна? Пока нет.
Но доктор сказал, что все возможно. Что нужно только тщательно подходить к этому вопросу. Давай начнем прямо сейчас. Анжелика, извини. Не сейчас, точно. У меня голова другим занята. Вика появилась. Детей домогается. Ну и отдай ей их. Пусть воспитывает своих хулиганов. А мы родим своего ребенка. Ну что ты? Ты что, не понимаешь, что ли? Сначала дети, потом алименты, потом половина состояния. Я очень тебя прошу, пожалуйста. Не вмешивайся в эту историю. Дети останутся с нами. Да, да. Хорошо. Только не кричи на меня. Просто я не могу целые сутки сидеть одна. Я хочу, чтобы ребеночек был похож на тебя. Такие глазки, такие губки. Да? А? Будет все, как ты захочешь. А сейчас мне пора ехать. Кирилл. Я постараюсь пораньше вернуться. Я буду тебя ждать. Здравствуйте. Добрый день. Так. Оля, не балуйся. Пожалуйста. Оль, можешь нормально постоять? Не могу. Отстань. Это вторая. Подойдите, пожалуйста. Простите, что-то не так? Какие-то проблемы? Сейчас мы во всем разберемся. Ну что там? У нас тут заявление, запрещающее выезд детей за границу. Мы не можем... Да, тормозим. Мы не можем выпустить детей. У нас запрет на их выезд. А что такое? Вот же доверенность от отца. Там что-нибудь неправильно? С доверенностью все в порядке. Выезд детей запрещен по требованию их матери, Кручининой Виктории Александровны. Оля! Петя, пойдемте. Да, спасибо. Пойдемте. Катюша, зайдите, пожалуйста, ко мне. Хорошо, Кирилл Валентинович. Это что, мне? Примерь, Катюша. Тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Иди. Дверь приемную закрой, давай. Пошла. Иди. В чем дело, Раиса Петровна? Вы должны быть сейчас в воздухе. Что? Ладно. Возьмите такси, езжайте домой, я разберусь. Я разберусь, я сказал. Кирилл Валентинович, я закрыла дверь. Молодец. А теперь открой. И Рюмина позови. Быстро. Быстро, я сказал! Делаю, что хочешь, Рюмин. Но этот запрет нужно отозвать. Да я бы с радостью, Кирилл Валентинович, но это невозможно. Только мать может отозвать его. Слушай, с этим нужно кончать. Надо поставить ее на место. В смысле? Вы имеете в виду как-то укротить ее? Ну, подставить, например. Действуй, Рюмин, действуй.
Осторожней. Спасибо. Эй, командир, стой! Ой, извините. Да стой! Да что ж ты? Зараза, ничего не видишь. Бабушка! Здравствуйте. А вы к кому? Здравствуйте. Мам, пойдем. Здрасте. На пляж. Пойдем. Воды надо купить. Ой, Вика, ты что, сбежала? Меня досрочно выпустили. А бабушка где? Василиса Тимофеевна умерла. Царство ей небесное. Господи. Как умерла? А мне почему ничего не сообщили? Ну, я не хотела тебя расстраивать. Я же думала, что тебе еще долго сидеть. У тебя там и своих проблем хватает. Зачем тебе еще одно горе добавлять? Василиса Тимофеевна просила за домом присматривать. Ну, а чего дом пустовать? Да и долгов у нее было. Вот я постояльцев отпустила. Ну вот, все, что от Василисы Тимофеевны осталось. Вот тут ее фотографии. Ой, дуря башка, совсем забыла. Она же тебе письмо оставила. Вот. Ты к нам насовсем вернулась? Или опять в Москву улетаешь? Если надумаешь хату продавать, так я куплю. Но только уговор. По-соседски. Уступи. Я и денежки уже отложила. А если хочешь на могилку к бабушке сходить, так я провожу. Ирина, я хотела бы одна остаться. А ну да, конечно. Ну так бы сразу и сказала. Так я, если что, я во дворе. Такая, значит, у нас судьба, внученька. Так хотелось мне с тобой перед смертью свидеться. Да видно, не суждено. Ты уж прости меня, не дождалась тебя я. Не сдюжила. А дом ты лучше продай. Деньги тебе бабушка сейчас пригодятся. И уезжай ты отсюда. Дарственную на дом и участок я отписала. Все документы найдешь у нотариуса. Милая ты моя. Прости меня, бабушка. Прости, что не послушал тебя. А ведь ты права была. Во всем права. Тяжело мне теперь. Будет без тебя. Придется одной справляться. Но я не отступлю. Бабушка, я накажу Кирилла. И детей заберу. Чего бы мне это ни стоило. Клянусь тебе, бабушка. Давайте я вам помогу замазать путь. Здравствуйте, Азамат Закирович. А, Вика. Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте.
бабушке пришла. Угу. Прими мои соболезнования. Хорошая женщина была, добрая. Да воздаст ей Аллах. А у вас кто здесь похоронен? У пустой могилы молюсь. Я ее сделал. Когда Фариде, жена моя, пропала, 6 месяцев ждал. Ни мертвой, ни живой не нашли. Вот и хожу сюда, с ней разговариваю. Многие считают, что я сошел с ума. А мне на душе легче. Ну, может быть, она еще жива? Я бы счастлив был бы. Но нет моей надежды. Меня еще она могла бы бросить. А вот птичек своих, пересмешников, никогда бы не оставила. Странный я? Да нет. Я вас понимаю. Спасибо. А тебя, значит, выпустили? Ну? Так, это у нас карточка административного надзора. Очень хорошо. Билет. Приехала сегодня. А где справка об освобождении? Вот молодец, Виктория Александровна, что вовремя отмечаешься. Надеюсь, что пребывание обойдется без приключений. Надолго в наши края? Дом продам и сразу уеду. Ну и правильно. Чего старое ворошить? Надо как-то новую жизнь налаживать, правильно говорю? Или у тебя какие-то другие планы? Других планов нет. Ну и хорошо. До свидания. До свидания. Слушаю. Кирилл, Прохоров. Привет. Твоя бывшая жена приезжала. Заходила отмечаться. Про меня говорила? Нет. Вела себя тихо. Я поэтому и звоню, что очень тихо. На нее это не похоже. Подозрительно. Дом хочет продать. Я вас понял, Федор Алексеевич. Спасибо за предупреждение. Ну что, слышал? Значит, собирается жить в Москве со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне нравится твой план. Как только она приедет в Москву, действуй. Вам осталось подписать последние бумаги. Здесь и вот здесь. Ограбила ты меня, честное слово. А могла ведь и уважить. Сколько лет, по-соседски, дружно. Дом я вам и так по дешевке продала. Все. Спасибо. У меня все. Прощай. Ну вот и делай после этого добро людям.